вперед ушел Фабиан Клод. Побежал вроде быстро, думаю, ну сейчас начнет напрягать, на потом раз и остановился. Ой-ой-ой, падение. Идут пешком, так, латыш упал, чтобы не становился таким расслабленно, уверенно. Посмотрим, что на рубеже будет. Первым выстрелом мажет Эндре. Фин точен. Так, француз точен. Эндре берет дополнительный. Немец, немец точен. Австрийцы промахиваются. Дэвид Томас промахивается аж дважды. Илья Зенни тоже два раза промахнулся. Австриец залег на рубеже. Ну все, с двумя дополнителями добил Эндре Стрёмсхай. Но вот если брать первые три этапа, то там 6 равноценных человек было. Даже 7. Потому что на первых двух этапах у них расширенная квота была. Вот 7 человек, у тебя 2 состава на эстафету. Можно выставлять 2 состава. Да, легко. Сейчас все видим ветерок, да, вот смотрите. Здесь опять же первый у рубежа он дует чуть справа налево, а у установки слева направо. Ну Клод-то какой молодец, как сориентировался. Ай! Такой молодец, продал шанс другим. Стрёмсхай. Третий выстрел. Опять. Но француз остается лидером. Быстро уже, между прочим, сделал запасной. Стрёмсхай подбалтывает его, мне кажется. Ну, молодец. Проверил, справился. Видел себя? Да, нет, да. Не убежал. Не убежал. Не убежал, да, не убежал. Нелегко ему было, конечно, даже видим, что последние метры для него такие тяжелые. После стрельбы было 12 секунд, на отметке 6,1, 19, на 6,7, 13. Вот сейчас осталось 4 секунды запаса. Здорово, у команды пошел. Франции. Было на передаче эстафеты у шведов. Эрик. Торопишься. Так, Лагрейт. Ветерок. Попадают оба. Попадают оба. Что-то с патроном. Так, 2. Лагрейт. По 2 запасных. Сейчас будут минимум потратят норвежские и французские спортсмены. Клод в перо попадает. Лагрейт попадает. Ну, все не очень просто получается сегодня на рубеже. Не так быстро. Не... Заминка определенная. По 2. По нему виден потенциал. Как технически по-разному подкованы они, да? Смотри, как да, сваливает винтовку Легрей. Разная техника. Силовым, вот, силовым способом держит винтовку. Вот чем-то похож, как я это делал. Стурла. Лагрейт, да, Стурла. Перо, такая, вот, у него такая классика, основанная на, вот, на классической стойке. И, да, как он... Куда? Куда Стурла? Где Тарьей-то? Тарьей, ну что? Тумане потерялся. Не, он застегивал крепление долго. А, нет, он не вышел из коридора. Да-да, успел. Но тут Стурла здорово сориентировался. Слушайте, что это такое? Что происходит? Что это? Где? Где я? Что я? Кстати, я вот вам скажу, что у Швеции сейчас, на данный момент, медальный шанс зависит от стрельбы Жаклена, я думаю. Эй, не зашел. В принципе, качественно, кучно провел стрельбу. Но у него лёжка очень хорошая в этом сезоне. 93%. Не довел, стойкой, не довел. 85. Снизу заводит, не доводит чуть-чуть. Не доводит, да, снизу чуть-чуть. Ну вот, здравствуйте. Ну, здравствуй, Филипп. Филипп Наврат. Ну и Жаклен. Здравствуй, Филипп. Жаклен исчерпал свой лимит дополнительный. Ну что и уже это перебрал. Шри. Ну, очень... Он реагирует очень эмоционально, болезненно на свои вот такие вот какие-то непонятные промахи. Ну, напряженные, как-то нервно выглядит Урош Велипец. Будут промахи у Наврата. Будут. Атарий на опыте. На мастерстве. Вот, я и говорю, вот то, что мы с тобой говорили. Он такой же, как вот Лагрейт. А вот мне кажется, Наврат на круг зайдет. Ну давай, давай, Борис. Надо бороться.
нельзя подводить свою публику. Вот здесь вот вообще нельзя никак. Решили Тарии показать. Спасибо, на уходе. Да. Так, ну давай. Ты можешь. Давай, Макс, ну все, попадай. Последний выстрел его, конечно, который он промахнулся, ну такой, мне кажется, вообще несерьезный, я бы сказал. Думает, ну все, значит, я сейчас там подойду спокойно. На самом деле, может быть, это тоже такая тактическая фишка со стороны Тария была. А Йоханнес-то, да, как заранее вышел прямо в эту транзитную зону. Джакумель тоже заранее вышел в транзитную зону. И так даже разминаться пришлось ему. Поприседал немножко. Норвегия в 27 последних эстафетах в рамках Кубка мира. 27 эстафет, это сколько сезонов? Сезонов 5, наверное, да? 6, да. 6 даже сезонов. 26 раз была на подиуме. Ну, то есть, понимаете, да? И, кстати, вот единственный раз, когда они не были на подиуме, это, по-моему, тот самый Рупольдинг, когда они седьмыми прибежали. А, так они седьмыми были в этом составе? Да, 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 в этом Понятно. Составе они не попали на пьедестал. Ну, не торопясь. Да, да. Мне кажется, на тренировке. Что он уже моделирует какую-то другую ситуацию в голове. Там. Да, вот он это сделал. Как будто вообще не он выполнял эту стрельбу. Да, да, да. Обычно быстрее стреляет Лёшка. Ай. Хорошо. Габарит. Ну, зашел. Ну, запасик хороший над Самуэльсоном. В районе 45 секунд. И еще один габаритик уже зашел. На 5 часов. Ну что, два Филипка. Пока что радует немецкую публику. Эй, убежал. Вот как все обидно. Равно психология, конечно, это такая вещь очень интересная. Ну, вроде все настраиваешься, все думаешь, все я сделаю, я вот у себя в коконе сейчас вот от начала до конца отработаю. И все равно слышишь, что делает, что делается рядом. Вот, ну что тут сказать? Запасные. Это значит, что должен... Ох, повезло-то как! Как оно у него залетело-то, а? Справился. Право. И штрафной круг. Это значит 30 плюс 22. 25. Ну давай, Томми. Не, смотри, что делает. А тот-то парень что делает? Эх ты, как побежал, а побежал. Опять? Опять а побежал? Как опять побежал, раз? Конечно, побежал. Увидел, что там... штрафной, запасные, и все, и побежал. А теперь вот бежать-то надо, вот теперь они... Вот, развел руки, да, спасибо. Мо Салах, хоть он выступает и за Ливерпуль, не за Манчестер Сити, его любимый. Германия, серебряный призер. Ну и третьего кита. Францию сменила Италия. Поздравляем сквадру Азуру, Элиа Цени, Дидье Бьюна, Лукас Хофер и Томмазо Джакоме.